Добрый день, меня зовут Зотова Анастасия. Я бы хотела рассказать, почему я захотела стать лингвистом. Наверное, все очень просто. В 9 классе я пошла на курсы английского языка, и как-то в голову мне пришло, что хочу быть переводчиком. Затем я переехала в Красноярск из Казахстана и поступила здесь на кафедру лингвистики, теории и практики перевода. Это замечательная кафедра с замечательными преподавателями. Во время моего обучения я написала несколько научных статей с научными руководителями, выступала на конференциях. Также успела поучаствовать на конкурсе на краевую именную стипендию имени Астафьева. Когда здесь проходила универсиада 2019, я была волонтером, помогала магазину «Командор». Эта кафедра дала мне много знаний, много опыта. Я желаю дальнейшего процветания и хороших студентов. Спасибо вам за все.